все такие расслабленные, а вы, я смотрю, в рубашке и в галстуке. Куда собираетесь? Да, спешу, просто сейчас будет специальный тур на частном самолете. Да, мы отправляемся, чтобы летать собственным самолетом. Можно использовать частный самолет 2-3 раза в году, очень много часов. Мечта была всегда, я часто летаю, но хотелось бы, чтобы он был только для моего личного распоряжения. Вы верите, что это реально? Реально, год работы, и все будет в порядке. Вот так сбывается мечта людей летать. И не просто чартером или даже регулярным рейсом, а на своем частном самолете. Ну что, как ваши впечатления? Супер, вообще здорово так. Такие ощущения, они просто не... невозможно передать. Много раз ведь летали на самолете. Мы в свое время летали на кукурузнике. Это совершенно другие ощущения. Здесь комфорт, удобство, очень вкусное французское шампанское. Как компании Oriflame удается делать такие вещи? Это компания, которая воплощает мечты людей. Я летел на этом самолете, у меня было ощущение возвращения в студенческие годы, потому что я прыгал с парашютом. И вот ощущение присутствия, ощущение того, что ты в воздухе, над тобой купол, потому что все очень осязаемо. Ну что, теперь точно хотите свой собственный меч? Не хотим. Вот такой шикарной жизнью живут лидеры компании Oriflame. Если вы хотите так же, мы летим к вам.